В воскресенье в Самарской области ожидается малооблачная и ясная погода. Осадки не прогнозируются. Температура днем плюс 8, плюс 12 градусов, ночью 4-6 выше 0. Ветер северо-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 12, ночью плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. В Тольятти ясно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 10, ночью 4 градуса выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 10 градусов, ночью плюс 3. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.